Белорусские гребцы сегодня вернулись из Праги, где проходил чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. В активе наших спортсменов сразу 6 медалей, 2 из которых золотые. Настоящий фурор на соревнованиях произвели Ольга Худенко и Артем Козырь. Именно они привезли награды в высшие пробы. Худенко, к слову, победила в напряженной борьбе с новозеландкой Лизой Кэррингтон. Эмоции, естественно, меня переполняют. Я до сих пор, скорее всего, так сказать, я не понимаю, что я сделала. Я вряд ли вообще в это когда-то поверю. Я не думала, что это возможно. Я не знаю, все мои слезы, это все то, что внутри, это все мои эмоции, которые меня переполняли. Я, мне кажется... Хотя главный тренер нашей команды Владимир Шантарович смотрит на результаты более критично, общему выступлению спортсменов он готов поставить твердую четверку. Сейчас, чтобы оставаться конкурентоспособным на мировой арене, нужно прогрессировать быстрее, а к соревнованиям относиться еще более серьезно. Если мы еще какие-нибудь ходы будем по жизни делать неправильные, вот эти финалы начнут потихонечку уходить от нас. Поэтому вы не представляете, как нужно мобилизоваться вот на этот цикл и работать. Мир не стоит на месте. Особенно испанско-африканский блок надвигается. Особенно испанско-африканский. Сегодня уже Бразилия, сегодня уже Южная Африка. Сегодня, ну, кто только уже не гребет.